вас сердечно поздравляем. Телефон Максима Борисовича Аваденко не умолкает ни на минуту. Герой социалистического труда, бывшего директора Куйбышевского металлургического завода, поздравляют из разных уголков страны. Сегодня ему исполнилось 90 лет. С юбилеем Максима Борисовича поздравили губернатор Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина. Также в этот день Максим Аваденко получает подарки в честь 75-летнего юбилея победы в Великой Отечественной войне. Это вот в честь 75-летия победы. Мы с вами так и не увиделись на параде, да. Поэтому я хотела вам там всем вручать. Ну, это вот сейчас пришло время. Так. Первые шаги Максима Аваденко в должности директора Куйбышевского металлургического завода совпали с полномасштабной реконструкцией прокатного литейного производства и обновлением вспомогательных цехов. Максим Борисович всегда заботился о заводчанах. Он строил социальные объекты, десятки тысяч квадратных метров жилья. Самое главное в жизни – это умение работать с людьми, прислушиваться, чувствовать их мнение, советоваться, да, принимать решения, а потом контролировать, уже не допускать необоснованных изменений. И в 90 лет Максим Борисович продолжает активно следить за жизнью и развитием области и города. Говорит, изменения к лучшему очевидны. И мы сегодня видим, что Самара как город развивается, как спортивное сооружение, как людей, город для людей, как город, где протекает великая река Волга, да, и где ездят и учиться, и работать. И надо только над всем работать и развивать. В день рождения рядом самые близкие – дети, внуки и супруга Ирина Васильевна. Мы там 90, к нему прислонись, стена. То, что у него осталось, вот закалка такая жизненная. Здорово. Всем бы таких мужчин побольше. Сейчас главный проект «Человека-созидателя» – большой цветущий сад. Здесь Максим Борисович выращивает множество цветов и ягоды. Лариса Шлафаст, Николай Епифанов. События.